16 мая. Я иду на практику в больницу, потому что у нас началась неделя практики в Бунике. Вот. Мы практикуемся, ну как, ходим на практику в больницу детскую. И сегодня я буду снимать влог. Сейчас примерно 8 утра. Так как я уже очень-очень давно не снимала такие повседневные влоги, я немножко волнуюсь, но я надеюсь, вы скучали, потому что я очень скучала. И давайте начнем. Так, я пришла в больницу, переоделась в хирургический костюм. Это у нас какой-то есть дресс-код. И ищу других старост, потому что мы вместе будем сейчас что-то делать. А до этого мы еще там, в больнице, в отделениях делали задания. Вот. Теперь я иду в столовую, потому что, мне кажется, они там. Нигде их больше не могу найти. А еще у нас в Алмате очень жарко. Зацените мой лук, мой хирургический костюм. Зацените the outfit of hospital. У меня синий хир-костюм. Жук-локсы. Зацените мой хир-костюм, очень красивый. Мне идет темно-синий цвет. Ой, я хочу бирюзовый сок. Хайда? Бирюзовый сок не нашли, зато нашли Буратино. Теперь идем обратно в больницу. Ищу опять свою группу. Если честно, я чувствую себя как в каком-то лагере. Мне очень нравится вайб этого места. С другой стороны, я уже жду, чтобы эта неделя побыстрее закончилась. Все, я в этом хир-костюме последний раз за этот год, потому что оказывается завтра. Все, я в этом хир-костюме последний раз за этот год, потому что оказывается завтра практики не будет. Все, мы пошли переодеваться и заполнять этот дневник. Смотрите, как все заполняют дневники. Полмен практика данги. Бывает хорошо. Полмен практика данги. Отпусти. Вот здесь тоже заполняют. Тут тоже заполняют. Посмотрим, что делает Амина. Привет. Привет. Что ты делаешь? Утрек сочиняю, что я тебе делала. Кроме тем, мне тоже нужно заполнять, но у меня нет ручки, поэтому я жду Амину. Боже! Вообще эти не пидорасы. Вот на пай. Зачем максимал десан лежит, да? Орындал да сегіз. Пофиг! Максимал демес минимал да деп тұрған. Минимально нужно было сделать 7, а я сделала 8. Вот. Без скотелек же затормоз. Ты же на таймап снимаешь? Нет. Ок. She just wanna dance and kiss me. She
just wanna dance and tease me. She just wanna dance and tease me. She just wanna dance and tease me. Listen, you've been missing since 2016. Squid tell me one fix. You know that's my sister. Ура, у нас закончилась практика, и мы идем домой. Такую жару спасает только разливное мороженое, мое любимое. И здесь обычно открывается очень красивый вид на горы, но сегодня гор не видно. Итак, я пришла к себе в комнату, приготовила себе такой снэк, йогурт с бананом, и это будет мой завтрак-обед, потому что я не завтракала и не обедала, и буду сейчас этим обедать, и смотреть сериальчик, отдыхать, а потом мы пойдем по делам, потому что дел у меня сегодня достаточно много, и я возьму вас с собой, будем вместе их выполнять. Еще вечером нужно готовиться к экзамену. Сегодня будет довольно продуктивный, насыщенный, интересный день. Ну, вообще, в последнее время у меня все дни насыщенные, это меня очень радует. Все, давайте, у меня очень мало времени, нужно покушать, успеть покушать и посмотреть хотя бы одну серию. Вообще, очень рандомно, очень-очень рандомно начала смотреть какой-то сериал казахстанский. Мне очень нравятся сериалы «Салем». И вот, потом оказался этот сериал очень интересным для меня, и я уже почти его заканчиваю. Так, какие у меня планы на сегодня? Вообще, я хотела сходить на собеседование, но у меня срочно появилось еще одно дело. Я как раз сейчас направляюсь туда. Вот. Потом, если успею, схожу на собеседование. Потом вечером хочу прогуляться. Кстати, у меня остался сертификат. Точнее, у меня есть сертификат на «Золотое яблоко». Поэтому, возможно, вечером схожу на гастроплазу, куплю себе там что-нибудь. У меня недавно был день рождения, мне исполнялось 19, моя подруга подарила мне сертификат. Вот. Второе мороженое за день. Итак, одно дело закончено, теперь я иду на собеседование. На улице очень классно пахнет. Can't see, she just wanna dance, she just wanna dance. She just wanna dance and tease me. She just wanna dance and tease me. She just wanna dance and listen. You've been missing since 2016. Squid tell me one fix. You know. Мне так нравится погода. Прохладно, облачно и классно пахнет дождем. Тем временем я закончила одно дело и теперь иду на собеседование, о котором я расскажу вам чуть позже, потому что я думаю, меня не слышно, потому что на улице очень ветрено. Желайте мне удачи. Здесь очень красиво. Итак, рассказываю. Я сейчас активно ищу работу. Вообще, я с недавних пор, уже как 2 месяца, преподаю английский в украинской платформе, то есть онлайн, и ищу себе также дополнительную онлайн или офлайн работу как раз на лето. Поэтому подала заявку на несколько
вакансии, и меня вот так вот приглашают на собеседование. Но сегодняшняя встреча, на которую я сейчас иду, я не знаю, это собеседование или нет, потому что я просто иду, чтобы узнать подробнее про эту работу. Потому что когда я по телефону у них спрашивала, что за работа, в чем заключается суть работы, они меня просто позвали в их офис, чтобы подробнее объяснить. Поэтому я не знаю, будут ли у меня сегодня что-то спрашивать, но посмотрим. А сейчас я сижу и жду свою очередь. А после этого мы с вами поедем в Достохплазу, чтобы тратить мой сертификат на золотое яблоко. Ура! Наконец-то! В первую очередь хочу взять себе что-то для волос. Думаю взять вот такой шампунь и тоже какую-то такую маску. Давно хотела попробовать этот бренд, поэтому вот, выбираю что-то из этого. В итоге я выбрала шампунь и маску Ладор и масло для волос Омен. Давно хотела попробовать вот эти продукты. Еще хочу взять такой тинт из Липс Визаж. Итак, это было очень быстро. Я уже иду обратно в комнату домой, потому что мне нужно готовиться к файналам. I don't know why you look so nice.